Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 99-й серии турецкого сериала «Ветреный холм». Ранее мы увидели разговор Халила и Али. Халил говорит: «Насчет Зайнеп, ты будь осторожен». А во время этого разговора в комнату входит Зайнеп. Девушка почти услышала весь разговор. Когда мужчины видят Зайнеп, Али говорит: «Мы можем пойти ужинать сейчас». Когда Халил и Зайнеп остаются наедине, Зайнеп говорит: «Мне иногда скучно слушать Али». Новая сцена нам показывает, как Халил, Зайнеп и Али уже находятся в ресторане. Али спрашивает у Зайнеп: «Я могу предложить тебе лобстера?» Но Халил отвечает первым: «Нельзя». К Халилу поворачивается Зайнеп и смотрит на него. Халил продолжает говорить: «У госпожи Зайнеп аллергия». Девушку очень удивляет этот ответ. Она, смотря на Халила, говорит: «Ты не забыл?» Зайнеп говорит официанту: «Я попрошу вырезку». И Халил дополняет слова Зайнеп: «Недожаренную». Зайнеп вновь поворачивается к Халилу, и ее это все очень сильно удивляет. Халил и Зайнеп смотрят друг другу в глаза, а на фоне звучит голос. Глаза Халила сияют, просто глядя на нее. То же самое и с Зайнеп. И последняя сцена нам показывает Али. Мужчина говорит: «Халил Фират – покоритель всего, да?» «Халил, ты увидишь, как я покорю твое самое дорогое». Премьера 99-й серии турецкого сериала «Ветреный холм» состоится 16 мая.